Приветствую вас, мои дорогие друзья, в игрушке Don't Starve Up and Away. Да, это обычный Don't Starve с дополнением Razor Giants, но у нас сейчас, скажем так, это даже не дополнение, это мод, который называется Up and Away. Мы с вами находимся наверху, мы с вами находимся над землей, в смысле в облаках. Будете смеяться, но я начинаю эту запись уже второй раз, просто потому что в прошлый раз она тупо взяла и покрашилась. И сохранение не прошло, понятное дело, и, в общем, вылетели мы с вами. Так, тихо. Тут куча этих наших буйволов. Кстати, коротенькая информация. Я честно вам скажу, я даже не помню, когда я записывала прошлые серии. То есть вы, допустим, их посмотрели не так давно, а я их записывала, может, даже пару месяцев назад. И я уже, честно говоря, даже не помню, что у нас тут было. Так, что это у нас тут такое? Золото? Подождите, Golden Sunflower дает золото? Да ладно! Обалдеть! Слушайте, вот называется «Не поиграешь очень долго» и уже не помнишь, что было, где было, когда было. Класс. А, не всегда дает. Golden Pit. А что нам дало? А, ну ничего. Так. Что это у нас там за шум? Вы слышите какой-то шум? Я слышала какой-то шум. Thunder Tree нам сейчас не нужен. Так. Слушайте, что за шум? И он здесь... А, я уже, по-моему, в прошлых сериях спрашивала. Понятно. Так, собаки. Да, друзья, собаки. Сейчас у нас появятся собаки, и нам нужно будет от них защититься. Сейчас наша красавица скажет «I hear doggies». Так, я думаю, что нам нужно с вами взять сейчас наш посох и бежать в сторону лагеря. Так, потому что хоть они у нас и краснопопые сейчас, но мне кажется, что лучше у нас защита будет в виде краснопопых разъяренных буйволов, бифола точнее, чем вообще без ничего. Так, doggies, вы где? Doggies. Так, овечка к нам еще идет. Надеюсь, овечка не пострадает. Доги. О, I hear doggies. Не надо doggies. Может, мы без doggies обойдем? Смотрите, вот skyflowers. Мамочка. Мамочка. Так, смотрим, с какой стороны появится. Слева. Справа рычат. Справа. Ты понимаешь, что сейчас появится? Пока что они на нас хоть не нападают. Так, отходим. Отходим, друзья. Тут еще даже маленький. Вот, первая собака, видите, пятнышко. Мамочка. Мама, мне страшно. Мамочка. Защищать меня кто будет? Кто будет от собак? Защищать меня. Ой, смотрите, это огненные собаки. Что эти заразы? А, это хоть они не у нас там подожгли. Тихо, 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 тихо. Огненные собаки, слушайте, а когда я в прошлый раз запускала, то на меня не огненная напала. Как интересно. Только что ж там еще были собачки? Собачки? А, вон ты где, зараза. Ку-ку. Давайте атакуем. А, бежим. Бежим. Тихо, бифала, 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 бифала. Бифала, 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 помогайте мне. Да не на меня. Это что, все на меня? Может, вы между собой разберетесь? Так, все, собаку задавили. Подождите, но там их было больше. Насколько я помню. А можно на меня не агриться? Я хорошая, то у вас проблемы с гормонами. Так, тут еще где-то собака. Слушайте, ну я же три собаки видела. Я же еще с ума не сошла. Собираем. Собираем, собираем. Давайте походим по округе. Может, увидим, где эта засранка спряталась. Так. Tea leaves. Чайные листики. Может, нам чай сейчас сварить? В честь того, что у нас собака не тронула. Так, как у нас там с настроением? С показателями? Вроде все нормально. Значит, пусть расходятся. Слушайте, собаки реально нет. Глюк, может быть, какой-то. Ладно, фиг с тобой. Будем бегать с лопатой. Так, хорошо. Пусть они тут сейчас... Ой, ребятки, у нас рассудок падает. А если рассудок падает, то это не очень хорошо. Может, вы разойдетесь как-то? Это как бы мой дом. Блин! А что ж такое-то? С чего вы ко мне пристали? Ой, смотрите, подрос один. Все, ребят, уходим. Ладно, уходим отсюда. Все, хорошо, хорошо. Хоры меня трогать. Все, ухожу уже, ухожу от своего лагеря. Вы давайте становитесь нормальными. А, это у нас весна только началась, ребята. О, май га-рбл. Здравствуйте, мистер Горошек. Так, у нас тут есть овечка. И я слышу, у нас здесь опять, видимо, конец, да?
Да, у нас здесь конец нашего мира. Хорошо, я предлагаю сейчас еще поисследовать этот наш мир таинственный. Мне кажется, что он не будет очень маленьким. Слушайте, что этот горошек хочет? Я возьму сейчас. С киркой за тобой побегу. Забираем. Значит, смотрим. У нас вроде бы, в принципе, по показателям все не так уж плохо. Ну, я надеюсь, что это можно назвать плохо. Смотрите, Cloud Jelly. Мы еще, по-моему, такое с вами не нахожу. А что с тобой можно сделать? Съесть? О, смотрите. Мы съели Cloud Jelly, и нам стало гораздо лучше. Бинсток. Что с тобой можно? Бинсток Чанг бросить. Давайте бросим здесь. А это что у нас? Амброзия. А что амброзия может сделать? Съесть. Ух ты, зря мы съели амброзию. Блин, как плохо-то. Птиц. Мне эти заросли птицевые очень не нравятся. Так, Тибуш. Тибуш мы с вами уже видели. О, рассудок. Блин, дождь пошел. Вот у меня как раз глюк произошел во время дождя. Так, друзья мои, возвращаемся, я так понимаю. Здесь нам не очень нравится место. Блин, а что же нам сейчас с вами делать-то? Нам нужно в любом случае с вами построить какой-то... Понятно. Построить навес. То есть там идет дождь, тут дождя нет. Не, я люблю такие места. Тут идет дождь, там нету дождя. Так, слушайте, эти уроды, по-моему, обосновались у нас в этом самом. Давайте их как-то отгоним, что ли. Слушайте, ну это совсем перегиб. Может, вы свалите? Да что ж, чтоб вам... Тихо. Так, ребят, я вас сейчас всех уведу отсюда. Хопа. Хопа. Уходим за мной. Так. Берем. Оп. Все. Это что у нас? Ага, это какие-то эти самые кусочки, смотрите. Хорошо, что тут какие-то кусочки, но нам нужно как-то бифала отсюда угнать. Мне не нравится, что они сидят у нас дома. Я бы чаёк какой-то приготовила. Давайте чай сделаем. Так. Кеттл. А, смотрите, у нас какой-то green tea. Ну, давайте, может... Ага, мы немножко повысили рассудок. Хорошо. Блин. А, зараза какая. Вот смотрите, пристала и не хочет отваливать. Все, может, у вас попа перестала быть красной? Блин, не перестала. Хреново. Ну, ладно, давайте их за собой погоним. Может, реально отстанут. Слушайте, отвалите, серьезно. Ну, задрали уже. Я просто не хочу оттуда переселяться. Это будет вообще не классно. Я понимаю, что это, скорее всего, какая-то полянка бифала, но, представляете, из-за того, что у нас тут бифала обосновались, нам придется переезжать. Но это будет совсем глупо. Так, материалы. Что мы можем с вами построить? Конструкции. Стена из травы. Crystal wall. Ага, beanstalk wall. Grow your own walls. Мы можем свои эти самые выстраивать. Дом свина, хижина зайца, брусчатка, паркет, шахматный пол, ковер, папоротник. Так, друзья, я бы хотела какой-то домик себе. А, точно, это же у нас в выживании. Сколько у нас, что нам нужно для того, чтобы построить навес для сиесты? Палатка. Безумие спасает от безумия ценой времени и сытости. Ага. Времени и сытости. Понятно. Значит, но у нас нет ни веревки, ни того. Меховой спальник. Понятно, у нас тоже нет. Обычно мы можем спальник. Свиной мешок. У нас такого тоже нет. Мы можем с вами веревку, правда, сделать. Можем? Можем. И можем сделать сейчас спальник хотя бы. Так, спальник. Ну, пусть будет спальник. По-моему, как раз с помощью спальника можно не восстанавливать свой рассудок. Хорошо. Я предлагаю поесть немножко ягод. Немножко сейчас себе восстановим здоровье. Так, я хочу все-таки разжечь костер. Где-то у нас тут было много навоза. Отлично. Так, много навоза никогда не помешает. Хорошо, давайте, может, еще чаек сварим. Так, сможешь? Сможем. Так, что мы еще можем? Может, нам для боя что-то сделать? Beanlet Armor. Смотрите, как много интересного всякого. Cotton Candy. Roots Your Teeth. Понятно. Так, а что у нас есть из доступного? Выживание, термальный камень. Может, нам термальный камень? Но нам он пока тоже не нужен. У нас сейчас лето скоро должно быть. Я думаю, что летом тут не так холодно. Милый зонтик. Милый зонтик. Так, что тут есть еще? Удочка, сеть, ловушка для птиц. Нам это все не нужно сейчас. Нам бы что-нибудь от дождя.
А, ну у нас есть, в принципе, милый зонтик можно сделать. Терморюкзак. Терморюкзак, роскошный веер, навес, палатку. Вот нам бы сделать с вами палатку. Это три... три, получается, этих самых веревки. Так, что у нас, чаек? А ну, выпей. Отлично. Значит, мы с вами более-менее восстановились. Смотрите, куда мы можем? Может, нам наверх сходить? Может, мы тут каких-нибудь найдем пауков этих... не знаю. Облачных пауков. Так, смотри, здесь у нас конец. Ну ладно. Можно без дождя, пожалуйста? Я не хочу ходить мокрый. Может, попытаемся сейчас пробежать этот участок? Блин, ну мы мокнем, конечно, просто катастрофически. Так, ребятки, игра, наверное, хочет мне вынести здесь мозг, потому что она снова заглючила. Кто такой? Слушайте, это что за существо такое? Заглючил. Мамочка! Подождите, кто там хрюкает, кто-то рычит? Господи, куда мы с вами попали? Так вот, игрушка почему-то снова вылетела, причем она вылетела тогда, когда мы попали с вами в дождь. Она опять начала что-то жаловаться на моды и, типа, мол, взяла и крашнулась. Ну ладно, ничего, сейчас решим все эти проблемы. Так, у нас тут Cloud Fruit Tree. Что мы с вами собрали? Фрукточку? О, слушайте, вот эти Cloud Fruit Tree, надо запомнить, что они нехило повышают нам наш этот самый... Вы поняли, рассудок. Так, хорошо. Слушайте, это что, вся карта? Да ладно, почему она такая маленькая? Тут мы были, здесь мы были, да ладненько. Это что, всего лишь вот такой вот островочек у нас? Я думала, что реально здесь карта будет больше. Так. Мама, это кто? Это кто такой? Смотреть. Ball of Static. Статик. Шарик статический. Как интересно. О, ребята, надеюсь, она не атакует нас же. О, смотрите, как там интересно. Смотрите, какая красота. Вау. А что можно с этим есть? Мне кажется, что лучше, наверное, это не есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Я, по-моему, поняла, куда мы попали. О, ребята! По-моему, сейчас нам придет капец. Просто убегаем. Хорошо, что наша девочка бегает довольно быстро. Так, где выход? Где выход из этой содомии? Так, бежим. Опять собаки? Или у меня уже глюки какие-то? Так, уходим. Слушайте, как интересно. Мы такого еще с вами не находили. Обалдеть, какая локация крутая. Так, я хочу выбросить ягоды. Они уже все равно испортились. Слушайте, а может пособирать этих грибов? Что с вами можно делать, интересно? Так. Я так понимаю, что это какой-то аналог... Вау. Так, ребят. Собираем эти грибочки, пока никто на нас не смотрит. Тихонечко. Надо посмотреть, что мы еще можем с вами выбросить. Чтобы в итоге мы могли пособирать, смотрите, тут получается типа босса что-то. И есть разные виды камней, которые нам нужны, допустим, для постройки тоже стенки. А можно мне пройти? Так, может мы лепестки давайте схомячим? Давайте, то у нас рассудок все равно падает. Стопчем, я просто не хочу их выбрасывать. Лучше... Тихо-тихо. Так, вот эти камни мы уже с вами собирали. Слушайте, а у нас будет еще... Ага, чтобы инструменты у нас есть. Давайте подобываем камушки. Это что такое? Это кто? Ребят, так у нас же с рассудком вроде все в порядке. Почему на нас пытаются напасть? Так, вот у нас еще есть. Вот это какие-то красивые, смотрите, какие... Тихо. А, у тебя слом... Блин. Ухожу. Слушай, отвали, урод. Смотрите, вот тут еще есть места. А это что такое? Так, друзья, понятно. Значит, я нашла то, что нам будет интересно с вами. Тут, оказывается, я ошиблась. Тут просто море всякого интересного. Cloud Coral. Обалдеть. Я вам честно скажу. Это просто мега эпичное у нас получается приключение сегодня, ребятушки. Я надеюсь, что оно заслуживает вашего лайка. Воу! А это кто такой? О-о-о! Не-не!
не-не-не, я ухожу. До свидос. Я вас не трогаю. Нам, конечно, нужно более мощное оружие. Вот было бы здорово, если бы мы могли здесь какое-нибудь свое сделать. Ну, в смысле, которое касается сугубо этого нашего облачного мира. Так. Хорошо, смотрите, у нас тут много лягушек. Thunder Tree. Нам не нужно пока что. Мы в такие дебри с вами заползли. Ух ты. Смотрите, как тут интересно. Я хочу все-таки назад вернуться. Бобик. Ну, в смысле, бобовое дерево. Так, а вот еще, смотрите, какое-то место. Съешь, пожалуйста. Так, а что это получается? Где мы стоим? А это получается какая-то гороховая... Flower Hut? Flora Residence. Здрасте. А что с вами можно делать? Так, давайте покушаем немножко. Повысим себе здоровье, все повысим. Слушайте, а что мы можем с этим Flower Hut'ом делать? А так... А, это... Ой-ой-ой-ой, это птицы. Так, смотрите-ка. Ой. Это что, тоже аналоги этих всех птиц? А что это за оранжевые такие? Ух ты. По-моему, надо с этими птицами быть поосторожнее, насколько я помню. Так, что бы нам выбросить, друзья? По-моему, я опять собак слышу. Не может же такого быть? У-у-у. Смотрите, какие у нас тут разборки. Так, надо нам с вами вернуться назад. Давайте посмотрим. Нам нужно... Нам нужно... Куда нам нужно-то? Вон наш дом. Надо нам как-то вот сюда бежать, получается. Чтобы мы могли вернуться сюда. Нам нужно с вами сделать какой-нибудь сундук. И сложить туда все нам ненужные вещи. Потому что, как видите, тут можно добыть столько всего. И вообще нужно сейчас посмотреть, что бы мы могли с вами сделать. Для чего нам вообще нужны эти все предметы? Блин, какой классный доп. У нас тут место этот самый закрыто. Так, когда эти краснопопые перестанут быть красными? Мамочка! Да ладно! Да вы что, шутите? Блин, ребята. Это что, все? Мы не возродимся? Черный экран! Ты мне ответишь? Да ладно, ребят. У нас получится совсем мега короткая серия, что ли? Как-то неожиданно даже. Я уже так там, знаете, ну, столько интересного мы с вами увидели, столько приключений, там какой-то мега босс, монстры всякие, столько кристаллов разных. О, мы возродились. Мы возродились, фух. Господи, я уже распереживалась, что мы не возродимся. Слава тебе, Господи, давайте бежать обратно. Только перед началом я хотела пособирать немножко материалов. Король свиней, ну да. Ой, у нас плохо дело. Плохо дело со здоровьем. Слушайте, череп Вебера. Ага, ну у нас есть наш посох. Зачем нам череп с другой стороны? Так, смотрите, у них тут есть целый отсек ягод. Давайте соберем. Слушайте, а может нам тут поубивать этих самых? Пауков сейчас, я вот думаю. Блин, слава тебе, Господи, нам не пришлось сейчас вообще заново начинать. Так, ягоды, ягоды, много ягод. Мои ягоды. О, индюшечка. Ты будешь сокрушен. Простите, ребят. Но мне пришлось вас немножко ограбить. Так, теперь бежим. Можно еще здесь немножко пособирать материалы. Конечно же, я вернусь за тем, что у нас там осталось, потому что вы сами видели, у нас там много чего. А, блин, это уже двухэтажные коконы. Нет, не пойду я к ним. Так, влажные камни, кремень. Все собираем. Так, как далеко нам нужно? Нам нужно тупо по дорожке будет бежать. А где наша дорожка? Где наш красавец-то? А, давай вот сюда спускайся. Куда мы забрели? Непонятно. Опять краснопопые, ну. Эх. Вот так всегда мы попадаем с вами на каких-то краснопопых засранцев. Так, давайте соберем. Лепестки соберем. Ой, это ядовитые жосы. Вредные которые. Слушай, оса, не трогай меня. Я и так тут жертва. Мы, надеюсь, идем в правильном направлении. Потому что я уже начинаю реально путаться. О, уже и эта самая птица разгоняется.
Знаете, я иногда жалею, что мы с вами создали такой вот водный мир. Мне кажется, что стоило бы его немножко поменять, честно говоря. Потому что, по-моему, это слишком уже. Ой, плохой цветок еще собрали. Давайте лепестки пособираем тогда быстренько. Слушайте, на нас тут все агрессии, я смотрю. У нас тут со всеми проблемы случаются. Так, ну хоть немножко сейчас повысим себе здоровье. Я бы не хотела снова умереть. Мы промокли. Так, ладно, ребят, просто тупо бежим по дорожке. Надеюсь, что мы успеем хоть куда-нибудь добежать. Понимаю, что ты промокла, родная. Мы хоть туда бежим, потому что я по памяти тупо бегу. Надеюсь, что мы сможем хоть... Трехэтажный кокон, мамочка! Убегаем, ребята. Бежим, бежим, бежим. Так, это то, что надо? Или это не то, что нам надо? Нет, это не то, что нам надо, или то, что... Да. Так, влажный джайант. Да, залазим. Поехали. Надеюсь, что у нас сейчас все подгрузится. Вы будете смеяться, ребят, я подгрузилась, и мы умерли. Мы подгрузились, и мы умерли. Так, ну что? У нас, получается, заново создается мир, но, честно вам сказать, я не хочу играть уже в этом конкретном мире, потому что, как видите, у нас, ну, очень много, в принципе... Хотя, подождите, а интересно, если у нас сейчас создается мир, то получается... Получается. У нас будет совершенно другое расположение нашего бобового отростка. Давайте хотя бы попробуем, может, его найти. Посмотрим. Или хотя бы нашего товарища вот этого с зонтиком. Но мы, как обычно, сейчас с вами появимся где-то... О, нет. Да, милочка, я уже встала. Мы с вами появились бог знает где. И нам нужно с вами сейчас найти... Надо найти этого товарища. В общем, давайте мы сейчас с вами пробежимся и пока будем искать... Оп, это мое... Мое. Так, берем наш посох. Пока что эти товарищи не очень агрессивные. Слушайте, а может мы появились там же, где и были? Но вряд ли, у нас же была генерация мира. Так вот, пока мы будем с вами бежать, я думаю, что можно обсудить наши дальнейшие планы, скажем так, потому что, в принципе, я не знаю, стоит ли продолжать нам дальше именно вот этот Up and Away. Может, вы хотите что-нибудь еще посмотреть? Опять-таки, классический Reign of Giants. Или же, допустим, вернемся с вами в наш водный мир, скажем так, и продолжим изучение с каким-нибудь интересным персонажем. То есть, в принципе, все зависит целиком полностью от вас. Мне просто действительно хотелось вернуться в Don't Starve, потому что, ну, я за ним скучаю, да. Игрушка реально очень классная, очень милая, сложная, конечно. Выживать порой бывает очень сложно. О, что это такое? Точно, я... О, нет. Это не холодильник, который сразу зиму создает? По-моему, это он. Слушайте, топор. Собираем. Все забираем. Шапочка. Да, ребят, это... Это холодильник, по-моему, который... Или это сундук, который нельзя открывать? Нет? Подождите, по-моему, уже это то место. Помните, у нас... Еще у меня Уилсон открыл, и зима началась. Да ладно. А если я сюда траву положу? Траву нельзя. А если я сюда эту положу? Слушайте, не начинается. Ну ладно. Не хочешь, не надо. Стой, у нас есть шап. По-моему, это сундук здесь надо было открыть. Ладно, бог с вами. Надо нам сейчас с вами найти ту дорожку. То есть, в принципе, мне лично очень понравилось то, что мы с вами увидели. Это реально было очень классно. Этот мир просто, ну блин, обалденнейший. И, конечно же, хотелось бы его поизучать. Но, допустим, если вы хотите, чтобы мы с вами опять по островам поплавали, может быть, какое-нибудь интересное выживание. Или, допустим, у кого-то есть какой-нибудь интересный перс, который, ну вот, хотел бы посмотреть, поиграть за него, посмотреть за него выживание, то я с удовольствием могу... поиграть действительно в этот наш шипрект. Пишите, пожалуйста, в комментариях, и я, конечно же, учту все ваши пожелания. Кто кого хотел бы увидеть. Так, ребят, мы очень мокрые. Мы бежим непонятно куда. Я не помню. Давайте прыгнем в влажную червоточину. Может, нас в какое-то более полезное место сейчас закинет, и мы найдем хотя бы с вами эту дурацкую... Так, вижу кладбище. Вижу кладбище, вижу активировать влажный алтарь. Влажный алтарь. Так, куда нас хоть кинуло? Ух ты, далековато нас закинуло. Причем непонятно, где же находится наша дорога. Ну? Блин, мы такие мокрые.
Что кай... А, нет, это не та дорога, блин, я уже так обрадовалась. Так, ты красавица, иди сюда. Может, пробежимся по самой дорожке, и она нас вывезет к ней? Иногда же они все пересекаются. Так, бежим. Тем более, по дороге мы передвигаемся гораздо быстрее. Слушай, а ты что-то можешь сделать для выживания? А, зонтик, нам не хватает еще парочки, получается, лепестков. Так, бежим. Беги, родная. Ну, если ты сейчас умрешь, то это будет на твоей совести. Черт. Хоть где-нибудь цветы есть? Или дорожка? Или дорожка вместе с цветами? Вон цветок. Вижу. Так, вода прибывает. Я понимаю, что вода прибывает. Я не всемогущая, я не могу дождь остановить. Хотя хотелось бы. Так, еще цветочек, друзья. А зонтик... Подождите, а в чем проблема? Ну? А, у нас только 4, блин, я думала, у нас больше. Броня, броня, броню, броню берем. Броню одели. Все. Создаем зонтик. Так, бери. Все, родная, бери зонтик. Ты должна начать сохнуть. Если ты не начнешь сохнуть, то тебе будет очень плохо. Так, ребятки, что-то я не могу найти и вообще понять, куда нам нужно. Нам в прошлый раз понятно, что зонтик нас вообще ни от чего не спасает. Мы все равно все так же тупо мерзнем, мокнем. Ай, чую я, что мы не туда с вами пошли. Ой-ой-ой, что-то совсем стемнело, заметьте. Мы хоть какой-нибудь свет... Ну да, костер можем сделать. Здесь я уже была. Вот мы вышли к этой дорожке. Я представляю, сколько тут еще можно пробегать, чтобы найти нам нужную. Ну что ж, друзья, в общем, давайте тогда уже сейчас подведем, наверное, итог серии, потому что, ну, как-то бегать... Нет смысла сейчас бегать, если вы, допустим, не захотите, чтобы мы с вами продолжили изучение Up and Away. В общем, в этой серии мы с вами попытались еще немножко походить, посмотреть, что же у нас там за облаками, что у нас... Класс, мы петлю сделали! Классная дорожка! Давайте я сейчас сделаю тут костер, на всякий случай, может, мы сюда еще вернемся. В общем, постарались мы с вами как-то повыживать здесь, но, как вы видите, не особо у нас удачно это получилось, к сожалению. Но я надеюсь, что вам было интересно, и я буду ждать ваши пожелания, в какой Don't Starve вы бы хотели поиграть. Давайте на паузу перейдем. Хотите ли вы продолжить выживание Up and Away? Но я бы сделала, конечно, получше погоду здесь, потому что невозможно бегать под дождем. Или же вы хотите, допустим, Shipwrecked, или просто Reign of Giants, или вообще у вас какие-то есть идеи. С удовольствием все прочитаю, приму к сведению и выберу тот, который понравится большинству. Ну что, друзья, пока что я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что были вместе со мной, посмотрели ролик, у нас получился не очень большой, но, по крайней мере, мы хотя бы начали изучать тот мир, он мне показался просто обалденным, интересным. Столько всего интересного, какого-то босса нашли, кристаллы, разные локации. В общем, надеюсь, вам было интересно. Я желаю вам всем отличного настроения, до новых роликов и до новых встреч. Всем пока-пока, дорогие.